Приветствую вас на канале Вика Пешер «Вязание крючком и спицами». Итак, начался февраль, и выходит мое видео о том, что же нам ожидать в феврале на моем канале. Итак, то, что я себе распланировала в своем блокнотике, сейчас я посмотрела, и в принципе я выполнила все, что хотела, за исключением двух моментов, которые я перенесла на февраль. Я думаю, с ними я справлюсь в этом месяце. Но даже если нет, 99% того, что я запланировала на январь, я выполнила. Теперь, что же нас ждет в феврале? Я сейчас кратко расскажу, затем покажу, включу камеру на съемку говорящих рук и покажу поближе. Итак, в феврале я продолжаю снимать короткие видео YouTube Shorts. Пока я добавила за январь одно видео, но в этом месяце планирую хотя бы еще одно добавить. Во-вторых, в феврале у меня запланирована рубрика «Этника». Вернусь к двум предыдущим рубрикам «Волшебный пендель» и «Мужское и женское». Я буду показывать, что я выполнила по этим рубрикам, и, в принципе, я их закрыла. Если рубрики февраля я выполню раньше конца февраля, то я могу еще раз начать что-то рандомно искать в «Волшебном пенделе». Если нет, то он у меня запланирован только на март. Так вот, как я уже показывала, запланировала по сезонному вязанию на февраль вязание топа с пайетками. Пока я ждала пряжу, начала его вязать уже в январе, и сейчас практически его уже подвожу к завершению, позже покажу, насколько. То есть на февраль у меня запланирован топ с пайетками. Уже там больше половины я его точно связала. Поэтому уже февраль, маленькую галочку такую светленькую ставлю себе. Во-вторых, рубрика «Этника». Первый раз она выходит в этом году. Что я здесь запланировала? Я решила поискать техники и узоры или виды рукоделия, связанные с определенными народными традициями, что ли, может быть, не с народными, а с региональными, или может быть традициями отдельных стран. И на этот месяц я уже начала потихонечку искать информацию. Я решила найти, а где же зародилось вязание, откуда же оно пошло. Далее подробнее вы увидите об этом видео, пока просто тоже об этом задумайтесь, может быть, уже вы знаете ответ. Я лично не знала, и получается, я выписала для себя список стран, где вязание, ну так скажем, там его истоки. И самое древнее упоминание о вязании — это упоминание в Египте. Поэтому я начала искать все о вязании в Египте и посмотрела именно, что вяжут в Египте. Но, может быть, я так еще не особо раскопала глубоко, но, в общем, накопала до того, что мне вышло очень много вязаных ковров. Ну, конечно, они вязаны машинной техникой. В общем, я подумала, я уже очень давно хочу связать плед, и подумала, почему бы мне не взять какой-то узор египетский и провязать его в пледе, который я так хочу, да, объединить два своих желания. Поэтому я повыбирала много-много разных ковров в технике и увидела, что там очень часто повторяются ромбы. Позже тоже об этом все расскажу и покажу. Но, в общем, я выбрала вот такой узор у себя в блокнотике стареньком своем. Зарисовала вот такие ромбы.
Единственное, они у меня будут, конечно, не такого цвета. Это я уже фломастерами просто зарисовала. То есть это узор, часто встречающийся именно в египетских коврах. Может быть, это совсем уже современно, но для меня это показалось очень близким к вязанию. Позже покажу, что у меня уже получилось. Значит, я уже начала вязать. Здесь уже отметила квадратики. Сейчас скажу, сколько я уже связала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 квадратиков я уже связала. Я хочу такой плед, как покрывало, на большой диван. То есть вязать его долго. Ну, до следующей рубрики «Этника» у меня есть, сейчас скажу, сколько времени. Есть 2 месяца, то есть февраль, март я могу спокойно вязать этот плед, поэтому я думаю, успею. Даже если нет, есть возможность перенести на следующий месяц. И также в этом месяце планирую выпустить мастер-класс на один из узоров крючком, но это уже задание для меня. Как говорится, я 100% обещаний не даю, но, по крайней мере, в феврале я им займусь, этим узором, и затем выложу. Во-первых, я его делаю для себя, чтобы сохранить себе узор, которым я вязала или буду вязать. Такое в отдельный плейлист польза. И, возможно, кому-то это тоже будет полезно. В общем, это такой небольшой план на февраль. Плюс у меня в январе возникла одна хотелочка, пока я смотрела свои видеоподписки у одной из рукодельниц. Мне понравилась идея, которую я очень давно хочу воплотить, и я ее себе прописала, как бы в ближайшее время сделать. И также то, что у меня с января одно перенеслось, это работа с проектными сумками. Пока я нашла идеи, то есть я искала идеи, выбрала материалы, и все на этом. То есть саму идею продумала, нашла материалы у себя, и осталось только это сделать. Но это будет все после топа с пайетками, после пледа, после узора мастер-классов. Будут уже хотелки, проектные сумки и так далее. Я вдруг еще что-то захочу. Смотрю у многих участников, вернее, у многих девочек появляется видео о участии в совместных проектах. Я ищу для себя какой-нибудь, но пока нет, не присмотрела. Думаю, моих планов мне пока хватит, чтобы их воплотить. И то, что я выбрала в рубрике «Волшебный пендель», воплотить свои хотелки, своих сохраненных, вы уже видите у меня вот здесь. Это вязаное панно. Сейчас я покажу его вам поближе. Украшает уже мой дом на стене. Ну, чуть позже поближе и подробнее, как это было и как это получилось. Ну, увидимся с вами в следующих видеоотрывках. Очень жду ваших комментариев, что вы ждете в первую очередь. Можете ли вы меня похвалить за то, что я уже сделала в январе? Ставьте лайк, пишите комментарии. Пока-пока, переключаюсь на руки, ну и увидимся позже. Начнем. С готовой работы. Это настенное панно лама. Но мой сынуля как-то ламу не знает, но он знает барашку. Поэтому он говорит, что это барашка. Связанная из полухлопка. Пряжу я показывала распаковки. Вот такая получилась барашка. Такие ушки у нее. Очень такие плотненькие. Мордочка. Я не стала сильно набивать, чтобы она не была тяжелой. Тут вот глазки. Глазки-пуговки я хотела, но
В общем, на радостях прибежала, сказала, глазки, пуговки есть? Сказали, есть. Я сказала, подавайте, дали в пакетики, я заплатила и спокойно ушла. Главное, подобрала размер, цвет. А когда пришла домой, увидела, что это у нас глазки для игрушек, вот такие торчащие. Ну, я оставила пока их. Здесь еще у меня тут осталось несколько ниточек, не прибрала я, но начала. Ну, потом уберу. Сделала по низу вот такую бахрому. Кисточки, их я показывала уже, вот такой вот переплетенный поясочек, шнурочек. Ну и здесь на цепочке из воздушных петель. Искала я деревянную палочку, или как она называется, поганаж. Ну, в ближайших строительных магазинах не нашла, в рукодельных тоже. Но вспомнила, что у меня есть вот такая палочка от шарика. В парке мы берем ребенку шарики иногда летом. И вот такие палочки у нас остаются. Я их не выбрасываю, потому что иногда подвязываю на них цветы. И вот у меня такая есть палочка. Обрезать ее я тоже не стала, потому что думаю вот сюда потом что-нибудь еще подцепить. Ну, вот такое замечательное панно. Очень мягкая, прям вот такие петли, прям очень классные. Как-то видела такие детские джемперы с вытянутыми петлями, и я думаю, это очень на ребенке смотрится очень миленько, если был бы такой джемпер или кардиганчик с застежки. В общем, вот такое панно, не умею нахваливать особо. Скажите, нравится ли вам моя лама, мой теперь домашний обитатель. Как я давно хотела такую ламу. Ну, не именно такую ламу, а попробовать связать такое животное в панно. Вообще аппликации давно хотела. Вы видели, наверное, мой джемпер ребенку крючком, где я делала аппликацию в виде жирафа с плюшки. Тоже мне очень нравится. Пока есть возможность, сделаю мимишные детские вещички. Так, ну, возвращая панно на стену. Так, далее. Это из готового. Также я продолжаю. Также я продолжаю вязание своего топа с пайетками. Я уже сюда подключила третий 100-граммовый моток Ализе Бахар Лаванда. Прям вязать очень приятно спицами. Раньше всегда хлопком вязала только крючком. А здесь спицами оно прям скользит. Прям очень хорошо. Мерсеризованный хлопок. Вот столько я провязала. Уже даже в камеру не умещается. Но если считать по пайеткам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков. И я уже дошла до пройм. Вот здесь делала расширение. По мастер-классу вяжу я по мастер-классу Лана стильное вязание канал. Если искать будете, это мастер-класс вышел летом прошлым, но я сразу на него глаз положила, пока пряжа дождалась. Но в общем, я дошла до пройм, сделала расширение, и теперь буду отдельно вязать перед, отдельно спинку. Вот, в общем, только провязала 2 ряда переда обратно поворотными рядами. И, в общем-то, осталась вот верхушечка еще до горловины. Я вязать горловину и пройму рукавов. И, в общем-то, топ будет готов. Прям очень он мне нравится. Примеряла, он тянется в ширину хорошо. Такой будет немножко свободный, скорее всего. Вот по длине вопрос. Я сделала до бедра, но с учетом, что еще подтянется, может быть, чуточку еще длиннее будет, но я буду только даже за. По пайеткам, вот у меня как был 50-граммовый моток, еще есть. Я думаю, уже 100% его мне хватит, поэтому не сомневайтесь, на большой размер одного моточка хватит. Так, это что касается топа с пайетками, мой процесс февраля, его я планирую завершить в феврале. Так. Дальше это моя февральская рубрика «Этника».
именно крючком я искала изделие, какое бы я хотела связать. И остановилась на пледе вот таким узором. Здесь я уже зачеркиваю крестиком. Квадратики, которые связала, ну вы представляете сейчас масштаб работы. Узор, конечно, это просто узор. Это не факт, что я провяжу именно столько. То есть, если у меня будет какой-то обрезанный вот так половиночка, я даже не расстроюсь. Но хочется, конечно, вот хотя бы раппорт там связать. Ну, по-моему, мне как раз вот именно вот такого раппорта и хватит. Но я зарисовала весь узор, мне приятно просто на него даже смотреть. Мятным фломастером нарисовала у ребенка фломастер с ароматом. Так что я тоже воспользовалась ими. И вот нарисовала такой узорчик. Вязать я буду этот плед из вот таких двух пряжек. Почему начала? И вообще я начала подумывать, куда пристроить вот этот остаток. Вы помните, что я использовала эту пряжу в подмоте, когда вязала носочки с полушерсти, чтобы придать белой шерсти сиреневый цвет. Это у нас смесовка Доломити, 40% меринос, 10% кашмир, 30% вискоза и 20% ПА. Что-то такое там не уместилось. Ну, наверное, полиакрил, наверное. Ну, в общем, она мне очень нравится по цвете, текстурно, в принципе, тоже приятно, но она очень-очень рвется, то есть вот она рассыпается. Не знаю, может, мне попалась какая-то старая или еще что-то. То есть даже в 2-3 сложения она очень такая рвущаяся, поэтому в джемпер куда-то ее добавлять я не видела смысла. Но, в принципе, она хорошенькая такая. Поэтому я подумала извязать из нее плед. Но один узор она бы его не держала. Что-то где-то может порваться в процессе вязания. Поэтому выбирала самую простейшую технику вязания. Понимая, что мне этого на плед не хватит, добавила еще вот такую вот серенькую бобинку. Здесь у нас 100% меринос. То есть по тонкости они примерно одинаковые, это, конечно, тоньше и мягче, чем сиреневая. Но вот буду их использовать вместе. Вам цвет, по-моему, не передается вот так вот ближе. Да, сиреневый вот с серым. Что же у меня уже получается, как я сказала, я уже связала несколько квадратиков. Тут у меня, конечно, хвостики. Вот. Что у меня получается по итогу. Так, как вы видите, вяжу я крючком. Не знаю уже, как этот узор точно называется. Ну, в общем, от угла вяжется и так по диагонали туда-сюда рядами. И получается квадрат. Потом подсоединяется нитка и опять от угла вяжется. Опять присоединяется нитка, и вот так вот угла вяжется квадратик. То есть каждый квадратик по отдельности. Я выбрала сначала образец 10 на 10, потом подумала, чтобы увидеть быстрее вот эти ромбы свои, можно было сделать поменьше, выбрать, но оставила уже так, как есть. И вот даже по самой пряже видно, что вот это такая более, так скажем, рельефная в крючке, а меринос серый, он более мягкий. Но я думаю, по тонкости это очень такое мягкое, тонкое покрывало получится, плед. Поэтому я, в принципе, довольна. Ведет себя прекрасно. Конечно, тут куча хвостиков, но не так много. Если бы это был бы какой-то меланж или интарсия. В принципе, мне нравится, что и оно двухсторонне так смотрится. Как бы нету изнаночной особо и лицевой стороны. То есть очень симпатично смотрится. В общем, это у меня вязание пледа в стиле этника по рубрике на 2 месяца, на февраль-март. Ну, в общем, вот сейчас я его вяжу потихоньку, меняю то спицы, топ с пайетками вяжу, то плед с вот этим крючком. Пока сиреневая подборка получилась. Ну, в принципе,
И все по вязанию. То есть я вяжу сейчас 2 изделия. И начинать пока ничего не планирую. Только если вдруг не вступлю в какое-либо СП или будет какой-нибудь заказ. Ну вот пока занимаюсь именно этим. Прям очень легкая, очень тонкая. Мне нравится. Так, ну в общем-то вроде бы я все показала, все рассказала. Это планы на февраль. Увидимся с вами в конце февраля во влоговом видео, что я связала в феврале. Я буду постараться подключаться. Время от времени, не буду говорить, что каждый день или раз в неделю, просто периодически по мере своих продвижений. И увидим, что у нас получится. Более подробное видео сниму отдельно о пледе, более обзор сниму о панно и обзор сниму о топе с пайетками. Так, вроде бы и все. Вот такие планы. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пишите комментарии. Пожалуйста, мне очень нужен ваш отклик. Нравится вам то, что я задумала в этом году? Видите ли вы какой-то прогресс уже за месяц? В общем, похвалите меня, поднимите мне мотивацию. А я постараюсь быть более активной, чтобы вам было что посмотреть, что послушать и чему поучиться. Пока-пока!